Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Бисквит. Мы продолжаем проходить Сталкер под прикрытием смерти Клондайк 2.0. И в прошлой серии я говорил, что я пропустил сюжетную линию с барменом. Да, так и есть, я пропустил ветку диалога. Ну привет, барыга, как жизнь, не кашляешь? Здорово, пройдёха, чтоб тебя. И тебе не хворать. Ты как, проездом мимо или задержишься? Дело у меня есть на миллион. На миллион? Ха. Не собирался задерживаться, но тебе как бы... так и быть, время уделю. Рассказывай. Лады, время пока не жмет, так что обрисую поподробнее. Но если надолго, накопай лекарств, хоть горло промочу. Ха, это без проблем, держи. В общем, слушай, 2 дня назад на связь вышел посредник, через которого я часть Хабара сбываю. Короче, связался и товар предложил. Ноутбук, якобы его людьми найденный. Сам понимаешь, ноутбуки в зоне на перекрестках не валяются, вот я и покопался через своих осведомителей. Чего такого необычного за последнее время в зоне наблюдалось? Связано ли это с ноутбуком, который наемники мне толкнуть хотят, я точно не знаю. Но есть информация, что последние пару месяцев в зоне работает, точнее работала группа каких-то левых ученых под прикрытием мерков. Экипировка на высшем уровне, ни с кем не контактировали, себе на уме. Значит, и цель у них была серьезная, не просто замеры и поиск медуз до грави для экспериментов. А кроме аномалий и артефактов в зоне немало научной и военной инфы осталось. Складно лепишь, бармен, вот только... Погоди, не перебивай. Сам подумай, ученые с охраной из синих, которые занимаются какими-то поисками, никого при этом не расспрашивают. Логично предположить, что если ноутбук как раз ему и принадлежал. Есть еще пара наемников, пожиже. Если все вместе собрать, картинка складывается. Думаешь, их группа уничтожена? Вот тут самое интересное, как раз 2 недели назад выброс был, которого никто не ждал. Научники что-то там напутали со своими расчетами и вовремя не предупредили. Людей немало полегло. Этот самый отряд видели люди из рейда долго. А до этого сталкеры со Скадовска. Где-то за пару часов до выброса на подходах к Затону. И вот уже можно только гадать, может эта группа под прямой пси-удар попала, а может нашла убежище, а там наемники со стоянки. Не поделили место. Короче, больше я о них ничего не слышал, но черт его знает, они люди тертые, может кто и выжил. Значит, наемники этот ноутбук и изъяли. И чего ж там такого ценного, что дело прям на миллион? Оно тебе надо знать, что там. Сам понимаешь, всего тебе не скажу, спать спокойнее будешь. Да и когда я кота в мешке брал? Это точно. Если выгода не пахнет, ты и близко не подойдешь. Ну, рассказ занимательный. Теперь выкладывай, что нужно сделать. Эти наемники сейчас на ростке. Можно было и долговцам инфу слить. Да только ноу тогда к Лучагину уйдет. Мне этот вариант не подходит, поэтому твоя задача устроить обмен. Только поаккуратнее, чтобы без лишних жертв. Кстати, с их стороны на обмене крюк будет. Знакомая личность? Есть немного. При нечаянной встрече пристрелил бы, не задумываясь. Но ради дела мы найдем общий язык. Ладно, рискнем. Принимай координаты. Тебя там сталкеры будут ждать с хабаром моим, который за ноутом пойдет. Контейнер с артефактами. Ты бы один его все равно не утянул. Тяжелая ошибка. Да и на стрелке поддержка не помешает. А в действии с своими ребятами сталкеры тертые. Прикроют спину, когда встретишься с ним, свяжись со мной. Заметано. До связи. Дело на миллион. Выйти на контакт с группой бармена. Ну, поехали. Я думаю, ничего хорошего нас на этой встрече не ждет. 13:15, поспать бы до утра, да ладно. Как-нибудь перекантуемся. Да уж, бежать далеко не пришлось. Надо было сначала на карту глянуть. А вот и группа. Привет. Держи аптечку, пуля. Спасибо тебе, сталкер. Думал, все, кранты мне. Спасибо, потом скажешь. Я Аркан. Бармен просил меня помочь со сделкой. Что за бродяга, где контейнер? Походу, какая-то тварь из наших проследила. Сюда мы подошли 2 часа назад. Авдей сказал, что бармен пришлет еще одного человека сделку провести. А наше дело маленькое. Контейнер доставить, да спину прикрыть, ежели чего. Я бычок раскурил тут раз, со спины очередью, потом грену. Авдей слова нам наглухо. Я комбес недавно обновил. Выходит, он мне жизни спас. А эти придурки... Их 3 вроде было. Даже проверять не стали, труп я или нет. Схватили контейнер, когти рвать. Между собой почти не разговаривали. Черт, от бармена теперь писец будет. Целое состояние просрали. Ладно, харагундосить. Я тебе обезболивающего лошадиную дозу вколол, до бара сам доберешься. Я пока с барменом свяжусь, предупрежу. Расскажешь его все по минутам. Может, еще что вспомнишь об этих гоблинах. Понял, спасибо, что помог. Давай, чеши уже. Отправиться на сделку с крюком, окей. Вот плохая идея. Потому что здесь видно, что дело уже не чисто. Тут либо люди крюка постарались. Ну...
явно этот ноут мне особо хочется отдавать, потому что, ну, жопа я чую, но ноуте важная инфа. Если наемники, тертая группа какая-то, то, блин, тут вангой быть не надо, чтобы понять. Ну, хотя, если бы люди крюка хотели расстрелять группу бармена, то, мне кажется, это было бы слишком просто. Поэтому сейчас будем расследовать. А, я не туда. Ладно, я обойду. Я помню горький опыт. Я просто как мудак сейчас бегаю, да. Я просто помню горький опыт. Я опять устал. Надо было купить энергетиков. Я слишком быстро стал уставать. Кстати, у нас тут это... Говорят, 135 навыков. Посмотрим, что у нас, кстати, тут есть. Изъятие электронных денег, работа с гранатами. Ого, хули нет. Что-нибудь еще хочу. Использование ремонтных наборов, работа с электронными устройствами. Изъятие электронных денег. Вот это хочу. А, 160 очков, нихера себе. Ладно, уже не хочу. Что делает этот интересный работа с гранатами? Надо потом будет проверить. У кого-нибудь гранату изъять. Я думаю, мне ее с удовольствием одолжат. Моя любимая заброшка. Обожаю это место. Так, ребята, атаковать меня не будете, да? Все в порядке. Крюк, гондон, где-то есть. На самом верху, небось. А? Вот и крюк. Господи, какой армянин. О, старый знакомый. Ну, здравствуй. Вижу, зона тебя еще прибрала. Очень жаль. Не думал, что бармен тебя пошлет сюда. Товар принес. Барыга обещал лучшие куски обеспечить. И не ссы. Я бармену обещал, что в этот раз все будет ништяк. Так что уйдешь отсюда спокойно. Вот только не факт, что по дороге обратно с тобой какая-нибудь беда не приключится. И тебе не кашель, Крюк. Вижу, ты все еще небо коптишь. В общем, дело такое, с обменом у бармена пока задержка. Не удалось набрать артов, как их договорились. Это не наш прокол, исполнители подкачали. Через 2 дня обещают доставить. Поэтому к тебе такое предложение. Слышь, фраер, ты чё мне тут пургу несешь? Кэф, жопу, отсрочка. Договаривались сегодня, значит сегодня. Я что, по-твоему, совсем дебил, под носом у долга еще 2 суток сидеть? Спокойно, давай без пены решим вопрос. Ох ты ж, блядь. Это серьезно. Это серьезно. Ну их там немного, их там еще. Еще 4-5. Ой, блядь. И еще вертушка подлетела. Ебануться. Ебануться. В общем, наша задача сбить эту хрень. Вот только вот вопрос, как это сделать. Это уже совершенно другое. Ой, бля. Так, ну он будет стоять и долбить, пока не надоест. Так, хорошо. Меня, скорее, сейчас не слышно. Так. Ага, смотрите, перестал пока стрелять. Меняет дислокацию, скорее всего. Либо перебесился пока что. Так, гранаты. Ну я пока не знаю, как с ним воевать, честно вам говорю. Честно вам скажу. Да, это жесть. Братиш, ну что с тобой делать? Ой, бля. Это вообще не вариант его так палить по нему. Это бесполезняк еще тот. Это... Ой, смотрите, быстро он. Ну только гляньте.
Ой, хорошо. А быстро он скопытился. Сложность состояла в том, чтобы сбежать со стройки, потому что у меня был очень великолепный сейф. Окей. Ну да, честно говоря, доставил мне крюк проблем. Гранаты возьму. Так, а собственно, сам крюк. Мне кажется, сейчас он мне нужен, потому что у него должен быть ноутбук. А где, собственно, сам крюк? Тут все настолько хаотично поразлетались после вертолета. Даже пришлось интерфейс врубить. Так, забрать ноутбук. А, нихера себе. Я, блядь, шаги слышу. Как дела? Куда смотрел, куда крался, непонятно. Ой, все. Да, это было... Не, я не скажу, что это было прям очень сложно. М16А3. Парни. Ой, извините. М16А3. Ты стреляешь, наверное... М-ка все равно лучше, М4-1. Плюс я к ней сильнее привык, плюс она раздрочена. Поэтому это не мой выбор. Так, ну у тебя я это заберу. Патронов у меня сейчас достаточно много. Теперь. Набор для работы с грант. Так, все необходимое для безопасного извлечения взрывателя. Требуется навык использования. Извлечь взрыватель, ну допустим. Извлечь взрыватель. И чё он мне дал? Сколько ты вообще весишь? Так, стоп. А, 50. Ну, 0,50. Так, взрыватель. Зачем мне это? Я опять вкачал что-то не очень полезное для себя, да, походу? Давай. Посмотрим. В этом это пустой. Полезно. А это тоже пустой, тоже полезно. Хлеб с харчим. Мне столько еды на кой черт не нужно. Две минузы. Можно ученых по лесе обменять, но все знают, что этого я не буду делать, поэтому выброшу. Так, где я ж забрал ноутбук? Или нет? Забыл, бывает. А, пода крюка. Доступ к информации невозможен. Вернуться к бармену. Поехали. А, крюк. Ты просто последняя мразь, знает, а? Со своим вертолетом ты мне доставил хлопот. Причем хлопот таких. В полном понимании слова хлопота. А, тут можно было так обойти, да? Я понял. А, честно, не то чтобы не знал, забыл. Про то, что так обходится. Мне еще непонятно, у нас вот на интерфейсе... Справа от бронежилета есть какой-то значок, не пойму, что это. Приметил. А то вроде как играю без интерфейса и не вижу всего этого. Ладно. Ладно, поехали рванем куда-нибудь. Мне нужен какой-нибудь ангар или домик. О, нет, вот не сейчас. Ну, я думаю, покатит. В принципе. Окей, поехали разматывать. А это военная. Я прочитал, что он мне в конце написал. Он написал, типа, вот, а ты, говорит, братан, вояк сюда притащил. Ну все, говорит, пиздец тебе. Вали его. А эта вертушка черти сколько висела, кстати, над ростком, заспавнившаяся. Короче, вертушка в спавне висела, но она никого не трогала. А дострелит? Ну да, с дробовика туда стрелять, это, конечно, дострелило. Окей. Все, бармен, ты мне сейчас должен заплатить кучу денег, потому что, знаешь, я много чего сделал. Много таких факторов, за которые можно было переплатить, в принципе, тысяч, так, 1200, наверное. Не рублей. Далеко не рублей. Потому что...
эти вертолеты, они явно не входили в мои планы. Это просто очевидно. Ну и приключение тут случилось. Живо вернулся, уже хорошо. Держи, за счет заведения, нервы успокоить. Ага, не помешает. Сделка пошла по бороде. Крюк и его архаровцы трупы. Военные постарались. Но главное, ноутбук у меня. На, я особо и не сомневался, что ты там все на уши поставишь. Проси уж тебя в живых его оставить. Через этот канал много хабара клиентам уходит. А сейчас наемники только и сделают, что нахер меня пошлют. Да хорош тебе плакаться, боржуй, только свистни, у тебя отбоя не будут клиентов. Сам ненадежных людей припрягаешь к делу, потом товар твой уводят прямо из-под носа. А мне как быть? Сам сказал, импровизирую, вот я и симпровизировал. Ты лучше подумай, какого фуя на сделку армейцы приперлись, да еще и на вертушках. Чуть-таки не ухайдохали. Им же бесполезно что-то объяснять, свой не свой. И сдается мне, что они не просто так оказались. Военные. Хм, дела. Похоже, наемники инфу насчет найденного ноута не только мне слили. Если так, ноут будут искать и так просто не отвяжутся. А с армейцами ссориться не с руки. Ладно, с этой проблемой я сам разберусь. Показывай, что там наемники нарыли. Держи. Так, секундочку. Ну ясно все. Сам этот хрен разберусь. Какая-то военная шифровка. Дай подумать, если в зоне один парниша, хакером кличет. Он мне электронку раньше отправил. Потом, правда, не срослось. Я тебе наводку там... Я тебе наводку дам, сможешь с ним состыковаться. Хакер сейчас на болотах осел, к чисто небовцам подался. Не вопрос, мне самому интересно, что там на этом ноуте такого важного. Контакта с чистым небом у меня нет, но надо будет, найдем контакты. Вот это деловой разговор. Ноутбук тебе возвращаю, хакеру его так и так показывать придется. Осторожней только с ним. В единичном экземпляре как-никак. Да и займись заодно пропавшим контейнером. Хабар там богатый, редкий. Да и оставлять это дело просто так нельзя. Слушай, барыга, не наглей, я с тем кейсом не при делах, это твой косяк. Так что если буду помогать, то ну ты понял. Да понял, я понял. Я не собирался на тебя бочку катить. За этих крыс у нас отдельный счет будет. Не обижу. Пуля мало что о нападении рассказать смог, поэтому пришлось самому поспрашивать, кто и когда проходил с дикой территории в бар. Говорят, вроде Мишка Картавый на местном радиоканале появлялся как раз в это время. Но на ростке его не видел, значит, где-то поза жопом крался, как мышь. А нахрена ему это? С долгом у него вражды нет, в баре частенько появляется. Хотя если разобраться, Картавый этот, тухловатый сталкер с гнильцой. Я через своих пробил, он оказывается Сидорову торчить нехилую сумму. Но отдавать отказывается. В последнее время вообще с типами из банды Хасана какие-то дела мутил. Так что думаю, с личностью вора все понятно. Осталось только найти ту свалугу, забрать контейнер, а его самого и корешей, чтобы помогали к стенке. Разберемся по ходу дела, при делах этот Картавый или нет. Бывай. Ой, бля. Ох, нихера себе, что появилось. Ладно, денег у меня все равно немного. Ой, где сталкер-кот? Где-то здесь-то. Привет, сталкер, здорово, бро. Говорят, всякое барахло скупаешь. И тебе не хворать. Нет, я интересуюсь только... Понятно. Военный костюм. 2500. Окей. Чего? Раз. Так, здорово, не знаю случаем Картава. Здорово, Картавый. Так, шапочное знакомство. Тебе он зачем? Дело к нему есть, не подскажешь, где его можно найти? Где найти, не в курсе, мы с ним только здесь, в Торинген, пересекались. Ясно, а когда в последний раз тут его видел? Да недавно совсем. Тут Айдар с ребятами как раз со своим сториком обсуждали что-то, а Картавый в углу пиво мусолил. Парни потом вместе с барменом к нему в подсобку ушли. Картавый еще минут 10 терся, а потом ушел. Даже пивас не допил. Странно. Кстати, бармен за хорошее пиво дерет 3 шкуры. А этот хер взял и не допил. Ну да, расточительный малец. Спасибо за информацию, должен буду. Меня Арканом звать, ежели какая-то помощь потребуется, обращайся. Не вопрос, если что, маякну. Кстати, найди холодца. Он уже 3 дня как в баре отдыхает. Сталкер мировой, все про всех знает. Может, что подскажешь. Подскажет. Холодец. Так, ты походу. А, день добрый, поможешь с одним делом, смотря какое. Кот сказал, что ты все про всех знаешь. Я ищу Картава, пару вопросов к нему есть. Картава, тьфу, нахрен тебе это, падаль, нашел с кем связываться. Гнилой этот человечек, с мародерами Хасана скорешился, пару раз честных ребят на хабар разводил. Я уже в курсе, слышал насчет Айдара и его парней. Есть мнение, что это Картава организовал. А бармен ко мне обратился, что вопрос по пропавшему хабару решить и виновных наказать. Не в курсе, где этот козел обычно тусуется и с кем. Да, слышал про Айдара. Жаль его. Хороший сталкер был. А выжил-то кто?
пуля выжил. Вот ведь, сука, фортуна. Такие, как Айдар, уходят, а всякое говно дальше зону топчет. Сейчас сидит, шары заливает, типа, горе, у него друзья погибли. А сам, небось, психомолку радуется, что бармен цену этого хабара на него не списал. Сука, как есть. Погоди, а что так на пулю взъелся? Да я своими глазами видел, как этот гондон с картавом пару дней назад за ареной о чем-то перетирал. Хрен знает, что у них там за отношения, но пуля из от разговора явно не в восторге был. А потом бац, и только он в гоп-стопе выживает. Так что если хочешь найти картава, отряси этого засранца. И заодно на северный долговский пост загляни. А раз Айдар на дикую территорию шел, долго не могли что-нибудь подозрительное заметить. Интересно выходит. Благодарю за наводку. Буду разбираться. Ой, пуля. Пуля, ты можешь попасть. Сделай так, чтобы это не оказалось правдой, братан. Сделай так. Слуга. Как его зовут, кстати? Мне еще раз надо. Лучагин. Лучагин, получается, да? Да я просто его в диалоге со свободовцем назвал Лучагин. Типа, через Лучагин. А, с этим, с барменом, извините. Так получилось. Так, ну и что нам Лучагин расскажет? Интересного. Вообще, где он есть? Только не сейчас. Подожди-ка, блядь. Ну, здорово. О, братья-близнецы, ёбаный рот. Так. Здравия желаю, товарищ генерал. Разрешите обратиться с предложением по существу. А, иди нахуй, не. Здравия, комрад. Я тут поинтересоваться хотел по поводу постовых. О, везунчик нарисовался. Что снова винтокрыло на хвосте тащишь? Здорово, меня тогда прикрыли. Благодарю. За это не грех, а медаль постовому вручить. Ага, орден Сутулова с закруткой на спине. Молодчага, чувство юмора есть, а за вертолет не пасть. Работа у нас такая. Лады, у меня к вам пару вопросов. Вам ведь постовые докладывают о том, кого видели, что произошло, ну, информацию в этом духе. Разумеется, и подтверждено все это записями с видеокамеры. Я же мимо вас два раза проходил сегодня. Перед этим еще трое нагруженных сталкеров прошли, верно? Потом один из них назад вернулся раненый. Сразу после тех троих еще кто-нибудь проходил. Ну, если помнишь, конечно. Да, сам заинтересовался в этом деле. Было дело. Прошли трое, судя по виду, чем-то нагруженные. А следом через пару минут еще один. Причем такое впечатление, что он за теми двумя следил. Уж больно он не хотел, чтобы они его заметили. Все поза жопом за ним крался. Потом один из тех троих что-то сказал ведущему. Двое дальше пошли, этот третий присел за кустом, типа приспичивал по нужде. Гляжу, тот хер, который крался, к нему подходит, и минуты две они о чем-то базарят. Потом сталкер дернул группу догонять. А тот, что крался, еще 5 минут подождал, потом по рации с кем-то связался и опять за ним двинул. Но думаю, дело тут нечисто. Что-то ребята мутят. Вот такая история. Постовой говорил, мол, какие-то мутные ребята проходили. Я и посмотрел запись с камеры. Раз уж спросил, рассказывай, что там у вас случилось. Да так, всего понемногу случилось, и закончилось хреново. Зато после твоего рассказа все на свои места встало. Спасибо, за помощь сочтемся. Поговорить с пулей, поговорить с пулей. Не, долго выступать не буду. Я не буду просить долго помощи. Это так, небольшой спойлер к тому, как я буду проходить концовку. Я не хочу с долгом связываться. Мне эти ребята не очень нравятся. Не знаю, почему. Не нравится мне эта уставная херня. Мне ее в жизни хватает, честно говоря. Поэтому... Пуля! Сдохнешь ты, сука. Эй, мудила, вставай, милиция пришла. Ахра, что за... А, это ты, Аркан. Выпьешь со мной. Под скаф поменял. Пасть закрой, колись, падла, как ты с картавской решился и своих друзей сдал. Ты чё, какой картавый? Да я сам еле живой остался. Лысый видел, как картавый вышел из бара вслед за вашей группой. Холодец спалил тебя, сука, с картавом пару дней назад. А долговец заставы рассказал историю о том, как один из вашей группы отстал для беседы со сталкером, по описанию очень похожим на картавого. Что, козел, будешь продолжать оправдываться или сам все расскажешь? Бля, да не я, не хотел, понимаешь, не думал. А они, Айдара, суки, хватит мямли, дай по порядку без соплей. Что у тебя за дела с картавым были? Ой, ёб твою мать. Ладно, полгода назад Айдар в аномалию попал, еле откачали. Мы тогда еще вдвоем работали, пока Айдар на больничном отлеживался. Пришлось мне в одного крутиться.
Так уж получилось, на свалке познакомился с Картавом. То да сё, сели костры выпили, а уже смеркалось, но я решил заночевать на стоянке. Благо до поста Долговского рукой подать было. Где-то за полночь проснулся, смотрю, эти же отморозки из темной долины пожаловал. Картавый с ними, как ни в чем не бывало, поздоровался, и они сели о своем перетирать. Я напрягся было, Кривой говорит, мол, расслабься, все путем, а эти не тронут. Постепенно разговорились, но я все равно настроен был и обрез поближе положил. Тут предлагают они сыграть в картишки, чтоб время скоротать. Я за картоном частенько с друзьями пульку расписывал, так что черт меня дернул согласиться. Сыграли партию, вторую, вижу, мне прет. В азарт вошел, вот как-то незаметно везуха моя кончилась. Как не закажу, то без лапы, то без двух. Короче, к концу пулю должен был я отдать приличную сумму. Эх, вот сейчас сижу и думаю, если б не согласился тогда играть, то и даже живой бы остался. В общем, денег у меня таких при себе не оказалось. Артов я еще не набрал, так что расплачиваться было нечем. Отморозки в кипиш и за ствол хватаются. А Картау между нами кинулся и кричит, спокойно, братва, сейчас все решим. В общем, заплатил он мне половину суммы, а вторую половину со срочкой в 2 недели обещал вернуть с процентами. Попал я капитально. Меня за 2 недели таких денег набрать нереально было. Даже если не спать, не пить и не есть. Пришлось расписку писать на Картава, что обязуюсь вернуть ему в течение 2 недель эти деньги с процентами. И процент проставлен. А Картава обещал с отморозками все уладить. Время шло, а денег все собрать я не смог. Айдар вернулся за 3 дня до срока выплаты. Делать нечего, рассказал ему все. Он сразу догадался, что дело нечисто, и к Картаву кинулся с разборками. Тот его послал, сказал, что раз такие дела, то требует свою часть сразу. Айдар побушевал еще и утих. Тут не поспоришь особо, карточный долг, что у бандитов, что у честных сталкеров, святое. Сели мы с ним, выпили и решили идти в ноги падать к бармену. Месяц пришлось бы отпахать на него за небольшие выплаты, но в итоге рассчитались бы и с бандитами, и с ним. Другой бы послал меня куда подальше, но Айдар настоящим другом был. Так, я потерял уже, господи боже. Так. Айдар настоящим другом был, боже мой, блядь. Так, вот. Вот тут ты и поручу нам, бармен, дело, сам знаешь какое. Но тех денег, что бармен обещал за работу, все равно не хватало. А Картава тут как тут, давай расспрашивать. Я с дурой рассказал, тупая башка. Он понял, какими бабками пахнет, и сходу меня перед фактом поставил. Типа надо кинуть барыгу и сымитировать нападение. Прострелить одному руку, второму ногу и морды слегка подрихтовать. Я решил с Айдаром посоветоваться тот наотрез. Сказал, что если мы так поступим, то места нам после этого в сталкерах нет. В мародеры впору подаваться. Потом пошли на дело, а Картавый, сука, не отстает. Шел следом на дикой территории. Приходит от него смс, типа, приотстань, поговорить надо. Я сделал вид, что приспичиваю, и сказал парням, что догоню. Дождался Картава, тут спрашивает, что надумали? Нет, отвечаю, Айдар не согласился. Тот, ну ладно, тогда как хочешь. У тебя 3 дня сроку осталось. На то мы разошлись. Я думал, все, унялся Картавый, поэтому, когда он снова появился на месте, где мы тебя ждали, да еще и с корешами своими, я конкретно очканул. Картавый опять за свое. Отдайте, говорит, контейнер по-хорошему, и разойдемся мирно. Айдар его нахер послал, за ствол ухватился, но бандиты быстрее оказались. Я и сделать ничего не успел. А Картавый потом на меня ствол навел, бедро прострелил слегка. Не ссы, говорит, до свадьбы заживет. Кинул мне расписку, взял кейс и ушел. А я лежу потихоньку, гляжу на Айдара. И такое меня зло взяло. Был друг хороший, я, получается, его провел за контейнер с артами и задницу им свою прикрыл. Думаю, будь что будет, сдохну здесь, как собака, и по делу мне. Но, блин, когда услышал, как кто-то идет, не удержался и на помощь позвал. А это ты оказался. Обманул я тебя, и бармена обманул. Знал я, кто все заварил. Так что сможешь делать со мной что хочешь. Хоть бармену сдай, хоть сам завали. Конченый человек теперь, мне и руки никто не подаст из наших, когда узнают, каких дел я натворил. Как я своего молчаливого согласия друга на моих же глазах застрелили, а я и не впрягся за него. Да, мудак, ты еще тот, да только не жаль мне тебя ни капли. Пасеньки и шапка, завалить бы тебя, да не хочется дерьмом руки марать. И бармену я тебя не сдам, и сталкеру ничего не скажу, живи, сволотай, пусть жизнь тебе пыткой будет. Ты не пуля, ты кусок говна, пусть простые сталкеры твою судьбу решают. А, держи. Живи, мразь. Ну да, ну блин, и выбора-то у него особо не было, ну и поступил как тварь, конечно, да. Надо было их сразу решать, как только они пришли. А, бармен, пораспрашивал местный люд, никто ничего толком не видел и не знает. Одно точно ясно, гоп-стоп организовал Картавый.
Я тебе сразу сказал, что это он. Местный народ честные сталкеры, а такие как карталы в основном на Скадовске обитают. Давно уже подумал о том, чтобы ему ход в бар закрыть. Да все откладывалось. Вот и да, откладывался. Что дальше планируешь делать? Вариантов немного. Если картал решил податься к мародерам, он должен был идти на юго-восток. В темную долину или на Затон. А значит, точно проходил через свалку. Вот там продолжу поиски. Найду чего, маякну. Поговорить с Миклухой. Где ж Миклуха тут находится? На свалке. Угу. О, ребятки, возможно, серия короткая выйдет. Но давайте на этом закончим. Подустал я что-то. С этими вертолетами, со всей вот этой вот запарой. Оно так от себе идет. Поэтому с вами был Бисквит. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И до встречи в следующей серии. Всем пока.